Всем привет! Ну что, находимся мы с вами в Орджоникидзе сегодня. Приехали посмотреть, что тут сейчас происходит. Куда пойдем, еще не знаем. Ну, просто идем гулять. Люди чуть-чуть есть. Конечно, маловато, хоть и в воскресенье. Еще как бы так, отдыхающих мало. Ну, еще и пасмурно. Угрожают нам сильным дождем, ветром, градом. Там непонятно чем, но... Не знаю, мы как всегда идем в такую погоду. Вроде бы все всегда, слава богу, пойдем. Если что ж, не растаем, наверное. Все, спускаемся к набережной в Орджо. Находимся мы на набережной прямо в Орджоникидзе. Вот туда хотим пойти прогуляться. Не знаю, полезем на гору вот эту или нет. Может, кстати, заберемся на нее. Конечно, да, пасмурновато. Люди уже, кстати, отдыхают, купаются. Хотя вода где-то около 16 градусов, ну, не знаю точно. Там посмотрим. А впереди, конечно же, Карадах. Только с этой стороны уже, со стороны Орджоникидзе. И, как всегда, в дымке. Когда мы уже с вами попадем, когда оно будет сунечка. Ну что, люди есть, уже гуляют по набережной. О, даже купаются. Это, наверное, вода для меня холодная. А так, людям еще ого-го. Она еще и теплая. Ну, конечно, тут красиво. Вид открывается классный. Здесь, ну, вот в этой стороне хоть пляжа чуть-чуть есть побольше. Там он узкий какой-то непонятный. А тут... Уже где есть и разгуляться, поотдыхать. Ну, мы с вами сегодня отправимся в противоположную сторону. Мы просто вышли посмотреть, а что тут происходит. А тут что-то интересное происходит. Ну что, отправляемся с вами дальше. Посмотрим, что там будет. Гуляем по набережной. Конечно, тепло, хоть и солнышко нет, даже жарковато. Везде тут куча толпы, стада котов. Лежат, отдыхают везде. Он в тенечек залез. Важная, модра такая, пацанья. Их тут ходят стада. И даже есть у них собственные гнездовья. У котов вот залез котик и гнездится на таком... Не знаю, что это. Тут смотровая площадка или турник. А, турники, наверное, да. Поверх них устроила себе кошечка гнездовье. Гляньте, какая красота. С одной стороны, это что, какой-то мыс около Орджоникидзе на фоне него. А с другой стороны, на фоне Карадаха. Место он выбрал себе обалденное. Молодец. Моська такая еще. Ух. Ну, смотрите, а люди тут есть, ходят тут, повыходили. Ну что, продолжаем с вами гулять, посмотрим. Пока идем в эту сторону, не знаю, там что хотят найти. Ну, сейчас скоро пойдем в сторону Агатового пляжа. Не знаю, пойдем мы на него или нет. Хотим забраться все-таки на гору. Посмотрим, куда мы с вами дойдем. Кафешки. В основном пока не работают. Там одно-два кафе. Палатки три было, как я называю, с туземными товарами. Всякой трихомудии вот этой торгуют. Сувениры, ожерелья какие-то, там бусики, подставки из можжевельника. Ну, это я называю туземные товары для отдыхающих. Ну, там очень-очень много прикольных всяких вещичек можно себе купить тоже. И магнитики, ну все, что хочешь. Вышли мы с набережной, идем по вот такой улице. Она еще вся в плитках, старая кладка. Идем мимо вот этого жасмина. Это тоже сорт жасмина, только более такой горный. Запах тут просто головокружительный стоит. Аромат на всю улицу.
Куда мы с вами дойдем, я не знаю, но тут я захотела включиться. Знаете, какие кусты красивые. И тут уже, конечно, нет никто. Людей нет, только машины периодически проезжают. Ну что, решили мы все-таки не ползти на гору, потому что, ну, тяжеловато, а решили пойти на Агатовый пляж. Сейчас мы к нему спустимся с вами, посмотрим, что там сейчас происходит. Ну, на стоянке машины уже есть. Посмотрим, может, бля, сколько людей еще сюда поприезжало. Удивительно. Ну, там вообще красота. Так что идем с вами к морю. Тут сейчас будет лестница прикольная. По ней мы с вами и будем сползать вниз. Знаете, такой штиль на море. Просто полный штиль. Вот она уже и лестница. Вот Агатовый пляж. Запахи тут тоже что-то все пахнет. Такие ароматы обалденные. Гляньте, какой вид открывается отсюда. Ну что, вот она и лестница. По ней мы будем спускаться с вами вниз. Гляньте, какие здесь глиняные обвалы. Просто после дождя вот это такие прямо канавы от ручейков воды, которые стекали вниз. Да, когда дождик, тут, наверное, совсем большие потоки. И все это сыпется вместе с камнями и глиной. Ну, а мы с вами спускаемся вниз. Не знаю, что это такое. Сейчас я сюда загляну, конечно. Вот это ответвление какое-то идет в бок. Или это старый спуск, или там смотровая площадка. Идем смотреть. Маслина везде. Уже ягоды завязываются. Гляньте, какой здесь классный, обалденный вид. Тишина, покой. Птички поют. На море полнейший штиль. А на пляже на этом просто куча людей поприходила отдыхать. Конечно, это лучше, чем сидеть в Оржо, вот то непонятно какой пляж там. После шторма водоросли еще не почистили. А тут, гляньте, чистый пляж, ляпота, вода зеркальная, я смотрю. И мы с вами в таком вот уютном местечке находимся. Сейчас будем сползать вниз. Ну все, мы на берегу спустились. Тут вообще тишина такая, ни ветра, ничего. Море просто зеркальное. Ну, правда, жалко, что все горы в дымке в такой. Ну, не сильно ясная погода. Хотя солнышко даже сквозь тучи как бы просвечивает, греет. Ультрафиолет никто не отменял. На пляже люди отдыхают, он даже ножки мочат. Воды морской набрали. Это сверху приехал, кстати, автобус с туристами. Там целая толпища. Видать, вот одна спустилась набрать морской водички. А мы с вами пойдем где-нибудь подальше. Пройдемся, посмотрим, что там вот на тех скалах, каменных выходах делается. Здесь мы не будем останавливаться. Подальше от людей, где тишина, покой и мало кто есть. Ну, сейчас подойдем, посмотрим, какая вода. Вода, конечно, зеркальная здесь. Вообще чистейшая пляж. Галька, но ничего страшного. Зато ноги не будут сильно грязные. Ну, я не знаю, в Орджоникидзе куча водорослей. А тут просто кишма кишит медуз. Медузы тут от мала до велика. И при том, я так смотрю, телефон вряд ли передаст. А камера только может передать. Их тут просто обалдеть, сколько медузов. И какие-то разные такие все. Гляньте, сколько их. У-ху!
Раз только медуз, вода, наверное, конечно, не сильно теплая. Медузы в холодной воде, кстати говоря. Посмотри, сколько медуз. А где Агата? Закончились. Ну что, прошли. Внизу народ там уже шашлыки полным ходом делает. Ну, чтоб не мешаться, мы пошли чуть-чуть подальше, остановимся. Красотища. Сверху вода просто как зеркальная. Видны водоросли, камушки. Каждая песчинка. И карадах. Вон на лодке народ плывет. Не знаю, каяк, не каяк, лодка, не лодка. На каяке, кстати, скорее всего. Тоже прикольно поплавать так, походить по воде. Такие волны, такие обвалы здесь. Красота. Я вам даже передать не могу. Это надо идти и самим смотреть. Фото это все не передаст. Птички заливаются. Заспрались мы на эти валуны. Обрыв такой под нами прикольный. Надо на нем будет пофотаться, кстати говоря. Посмотрите, какая красота. Не знаю, дилемма идти туда или нет. Никто не хочет идти туда, на эти заброшки. Может, потом как-нибудь схожу. Посмотрите, какая красота. С той стороны вдалеке вот такие котлома в море уходят. Что перед какие котлома за мыс, я не знаю. И гляньте, солнышко просвечивает. Туман немножко разошелся, но в городах как и был в дымке, так в принципе и есть. Люди, смотрю, пошли плескаться. Говорят, что вода, кстати, потеплела. Но я пощупала. Вода градусов 17, кстати говоря. В принципе. Но может дальше от камней отойти в глубине там и будет похолоднее. Ну пока что она и так теплая. Стоим мы с вами на высоте почти птичьего полета и дилемма, куда идти, что дальше. Ну, посмотрим. Пока любуемся тем, чем есть. Красотища, там везде все шашлыки делают, просто пикник отдыхает или просто тащатся, сидят. И мы с вами потащимся. Там где-то дельфинчики плавают, ну не знаю, камера может не взять. Вот за сеткой, за сетями. Ну, конечно, в сетях то рыбка знает, куда приплыть, поохотиться. Ну, не знаю. Пока я их не вижу, вынырнут они или нет. А вон вынырнул вдалеке. Два красавцы. Не знаю, видно было вам или нет, но два дельфинчика там плавает. А народ по всему берегу моря загорает уже. Сейчас самый классный, наверное, загар, кстати говоря, и будет. Чайки там разоряются тоже около сетей. Пытаются себе раздобыть. Да, вон вдалеке два дельфинчика выныривают. Посмотрите, какое зеркальное море. Просто чистейшая. Пока шторма нет, людей нет, не сбаламученная. Просто ляпотень. Правда, ветерок здесь начался дувать. Мы завернули за мыс.
такой надувает, набегает ветерок. Ну ничего, это ж нам не помеха. Главное, что дождя нет. Вот эта экскурсия, которая приехала с автобуса. А, видать, эта экскурсия и есть на завод. Эта дорога сверху, кстати, и ведет на завод, да, наверное. Вон народ туда пошел. С Орджоникидзе сейчас на заводе. Какой гидроприбор? Гидроприбор, кстати, проводят экскурсии. Можно пойти погулять по заводу, послушать экскурсию. На всех обрывчиках люди фотаются. Ну, а мы похитрей. Мы поближе к морю с вами. У-ху! Ну что, не ограничились мы походом только по верху. Мы решили все-таки спуститься вниз, вот в эти валуны каменные. Ой, все шатается. Камни под ногами. Гляньте, какие тут развалы. Вид классный. Какой-то тут шланг и ручка. Кто-то что-то под шлангом конспектировал. Шутка, конечно. Я не знаю, что это, но странный предмет на берегу моря. Гляньте, люди купаются уже. Наверное, тут вообще вода теплая. Птички цвиленчат. А мы ищем укромное местечко посидеть, отдохнуть, потащиться. Тут, ну, я даже не знаю, что это разрушалось. Камни, гляньте, с плиткой. Это реальная плитка. Какое-то здание, значит, было здесь. Оно обрушилось, разрушилось. И эта плитка, посмотрите, по всей горе до самого верха. Странная конструкция. Ой. Камень такой странненький, интересный. О, я думала, оно действительно люди сложили. Не, ничего себе. Эти просто вот такие камни, они кусками прикреплены сверху другого большого камня, плиты такой. И кафели. Кафель по всему склону. Интересно, что это было? Завод-то был выше, в другой стороне. Ну, что-то тут, значит, когда-то было. Народ поплыл, аж плескается. Не знаю. Для меня, конечно, наверное, рановато, но может быть. Может быть, я и пойду. Тут такие, гляньте, спрессованное стекло какое-то. С железом. Как оно прессовалось и делалось. Интересно, действительно, что это здесь вообще такое было. Очень интересно. Провода торчат прямо с породы. Когда-то что-то тут было. Посмотрите, какая красотень. Просто ляпота. Люди тоже дельфинчиков там увидели. Где-то вдалеке, говорят, он не один. Стая. И мы с вами тут идем. А мы вот с вами только что были вот там наверху, на том камне. Мы как раз были и фотографировали все вокруг. Так что мы можем... Где-то там близко. Дельфинчики, дельфинчики. Ой, сейчас я попробую что-нибудь вам приблизить. Не знаю, что из этого получится. Аж хрюкает, аж слышно, как хрюкает. Аж хрюкает, говорит, слышно. Ну, не знаю. Я пока доползла, хрюканье я не услышала. Не знаю, видно, не видно. Мне ничего не видно, потому что мне отсвечивает солнце. Один подальше, один вот.
Дельфинчики умные, не дурные. Вернулись назад к сетям. Поплавали вокруг. И к сетям вернулись. Гляньте, какая красота. Водоросли ярко-ярко зеленые, такие салатовые. Ну что, непредвиденная ситуация позволила мне открыть сезон. Какое сегодня там? 28 мая. Нежданно-негаданно. Скользкий камешек меня скинул в воду. Ну, ничего, что чума болотная, зато прикольно и классно. Сезон открыт. Ура! Что? Все, отправляемся в обратный путь. Нагулялись, налазились, насмотрелись мы с вами. И нежданно-негаданно даже я для себя открыла купальный сезон. Это во всем виноват коварный камушек. Все камушки прошла, чтобы сфотаться на дальнем. А на дальнем я все-таки съехала в воду. Притом хорошо так съехала. Хорошо хоть не по шею, только по мягкое место. Иду, плюхаюсь. Вода сквозь мою сеточку на кроссовках выходит во все дырки. Но зато прикольно, весело и не скучно нам с вами. У-ху. И что, идем назад по Агатовому пляжу. Вон туда, наверх по лестнице. Далеко мы сегодня с вами не ушли. Но и ради этого сюда стоило приехать. Птички, природа, города, море. Уху, красотень. Сейчас будем идти. Здесь справа будут такие, как карстовые такие полости в глине вымоены. Типа гротики, не гротики, пещерки. Сейчас мы с вами посмотрим и отправляемся на лестницу. Ну, люди уходить отсюда и не собираются. Ушли только те, кто шашлык делал. Насчет пещерок, гротиков. Вот они, такие небольшие лунки. Кстати, когда сильный дождь, вот туда можно залезть в одну из этих двух пещерок, спрятаться и пересидеть дождь, если он не сильно сильный такой, не будет течь тебе на голову. А так, в принципе, можно даже пересидеть, внутрь можно забраться. Вот в таком прекрасном месте мы с вами побыли. И уже, кстати, много людей. Ну что, сейчас будет моя любимая горка, только по ступенькам. Спускаться, конечно, легче, но ничего страшного. Мы с вами и не на такую горку забирались. Все, отправляемся вверх. Аня уже дошла. Я догоняю. Летом даже палатки стоят, воду, соки, мороженое, пиво охлажденное продают, так что кто-то даже тут работает. Это общины, в принципе, тут платные. Она вот туда вверх, так что поднимаемся вот такой вот лестнице. Что, все, забрались мы на лестницу, спускаемся. Улица Нахимова. Кстати, у нас такая тоже есть в городе. Все, идем в сторону набережной Орджоникидзе на автобус. Посмотрите, какие гостиницы вокруг. Розочки, виноград плетется. Красотища, просто красотища. Но людей вроде как бы пока еще не сильно много здесь. Если есть отдыхающие, то в центре Орджоникидзе. Сюда еще не добрались. Рановато.
Но пока мы там погуляли, мы и в тучках погуляли, в тумане, в дождик попали небольшой. Я открыла сезон купания по колено, море по колено. И все, возвращаемся назад, довольные, радостные. Зато не скучно. Ну что, все. Вот здесь, перед подходом к остановке в Орджоникидзе, я решила с вами попрощаться. Такой замечательный день. Мы побывали на набережной, на Агатовом пляже. Я сезон купания открыла. Нежданно-негаданно даже для себя в море по колено. Дельфинчики там плавали, посидели на берегу моря, полюбовались в городах. Ну, короче, провели классное время. На этой ноте я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!